Вот он, герой! За этих лошадок я тебе прощу даже тех пидоров, которых ты в корчме порезал. Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты ее избил до полусмерти? Ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота, ты ее много лет колотил. В конце концов, они не выдержали и убежали. Так?